Здравствуйте, друзья! У вас перед глазами 5, ну, хочется сказать, картофелин, но это не картофель, это так называемый таро рут, или корень таро, если попытаться перевести. Как называется вот там по-русски, я точно не скажу, но подозреваю, что как-нибудь похоже на это. От себя могу сказать, что если вы знаете, что такое гликемический индекс, да, то есть вот насколько много надо инсулина и быстро, чтобы это все переработать, вот у вот этого корня тары гликемический индекс втрое ниже, чем у картошки, а так он, в общем-то... А калорийность выше? Калорийность выше, он напоминает картошку по вкусу. И единственное, что не употребляйте в сыром виде, может оказаться ядовитым. А так вот, если почистить, вот это такой ножичек для чистки овощей, что ли, фруктов. Ну да, вообще. В общем, короче, Света поначалу его чистит, и вы видите, что в почищенном виде сказать, что это не картошка, надо умудриться. Но правда? Оно и по вкусу напоминает картошку. И да. По вкусу напоминает. Значит, скажи мне, солнышко, что мы будем, или как мы будем готовить это? Ты знаешь что, вот из того, что я вычитала, все рекомендуют, это вообще-то такое блюдо азиатское, да. Причем это у нас маленькие такие эти головки, а вообще-то они бывают довольно больших размеров. Назовем их клубнями. Клубни, да. Их вообще-то рекомендуют готовить на пару, поэтому мы возьмем нашу, как любят говорить любители вот этой кастрюли, они называют ее нашей Гертруда. Да, и вот мы возьмем нашу Гертруду и, можно сказать, на пару их приготовим. Надо сказать, что есть группа в Фейсбуке по готовке на этой Гертруде. Угу. Можно назвать ее скороваркой? Это и есть скороварка. Есть скороварка. Это мультиварка, на мультиварка. Самом деле. Там и слоу-кукинг, и фаст-кукинг. Вот есть русская группа, там настоящие энтузиасты. Ой, такая классная группа вообще. Вот. И Света там черпает свою рецептуру. Значит, то есть мы будем в этой скороварке, Гертруде, делать картошечку на пару. Так я понял? Да? А сколько времени мы будем держать в кастрюльке? Я думаю, минут 14 будет достаточно. Но дело в том, что там ты время выставляешь 14 минут, но это не значит, что оно будет готовиться 14 минут, потому что время занимает, пока давление поднимется, да? Угу. А потом, значит, 14 минут это уже чистый. А если бы это было на пару, но не в такой, не в скороварке, это бы намного дольше? Ты понимаешь, оно было бы, может быть, даже и быстрее. Но вопрос в том, что то качество, которое получается в этой кастрюле, никак не получается достигнуть на плите. Вот я это уже убедилась на многих продуктах. Вот и баклажаны я делала на этой кастрюле. Не получается почему-то, я не знаю почему. Другой совершенно вкус. Понял. То есть это другое качество, это не просто... Мне хорошо, кажется... друзья, ждем, пока почистятся остальные три клубня. Мыть мы будем холодной водой. Надо сказать, что пока она сухонькая, она такая не скользкая. А вот оказавшись в воде, и на крахмала много там. Да-да-да, она прямо вот такая скользкая. Слушай, а ты уверена, что она здорово калорийная? Может быть, именно за счет крахмала? Ну, сейчас, я не знаю. Я вычитала на интернете, что по калориям она более калорийная, чем картошка, а по гликемическому индексу намного менее. То есть, если картошка гликемический индекс 60, то этого гликемический индекс 12. Поэтому... Да. Мы не знаем, почем вот эта вещь, например, здесь в Российской Федерации или там в Украине. У нас она дороже, чем картошка раз в 5. Да, она намного дороже. Да. Но вот интересно, что те видео, которые я видела на YouTube, там показывали огромные головешки, которые намного больше, чем картошка. Угу. Если это просто похоже на картошку, вот так вот по внешнему виду. Мы себе берем такие, какие нам привычные. Нет, мы не берем такие привычные, а берем такие есть в магазине. А, да? То есть у нас больших нет. Я не видела больших, но может в Китае где-то они есть побольше. Так, ну в общем мы ее помыли, вот это аж руки скользкие. Да. Так, вот мы ее помыли. И будем резать. Вот она, друзья, та самая Гертруда. У нас есть знакомая, она работает в Амазоне, там, на шиппинге, и говорит, что вот перед праздниками водички наливает. Мы берем, там стоит решетка, вот решетка стоит. Да. Чтобы было всем понятно. Да, на пару, мы туда наливаем водички так, чтобы она не касалась решетки. Отлично. Вот говорит, что это самая продаваемая вещь на праздники, в подарки идет. Там вот, говорит, там под Новый год 200 тысяч там послали. Да. Вот этих Гертруд. И ты знаешь, что интересно,
вот это вот, она приходит с остальной кастрюлей такой, да. А к ней есть еще кастрюля, которая не пригорающая. Например, я кашу делаю в непригорающей. Сейчас даже нельзя купить непригорающую, они как-то кончились. Закрываем крышечкой, значит, да? Вот мы включили в сеть, это у нас вот появился режим off. Да. Так. Значит, клапан у нас стоит в режиме закрытом, да? Вот так. Так это будет открытый режим, вот так это будет закрытый режим, да? Значит, здесь мы поставим очень простой режим, поставим manual, без не всяких этих самых, и поставим время 15 минут. Так. Да? А на обед у нас будет, помимо вот этой картошечки, так. У нас есть легко копченые рыбка. Рыбка, которая называется, как у нас будет по-русски, траут? Ой, господи. Форель. Да, форель. Форель. Значит, мы возьмем кусочек форели вот с этой штукой, а дальше я заквасила совершенно фантастическую, у нас называется напа кебич. Китайская капуста. Она, ну, она в магазине называется напа, а не китайская, но, во всяком случае, это длинная такая капуста. И оказалось, что ее квасить гораздо лучше, чем обычная капуста. Вкусная очень. Она потрясающая на вкус. Ну что, давай, Света. Да, значит, прошло время, у нас уже все готовилось здесь. Пимпочка провалилась, вот уже пара никакого лишнего нет. Это да. Дальше можно открыть. Давления нет, окей. Да, давления нет. Вот мы ее открыли. Так. Сейчас мы ее потыкаем вилочкой. Это бибикал кто? Машинка? Машинка. Так. Я не хочу туда лезть камерой, чтобы не. Ой, не... она очень мягкая, мягкая. Очень готова. Значит, сейчас мы ее будем взвешивать. Сначала тарелочка пустая, ставится на весы. Вот, говорит, ноль. Видите, если тарелочку уберу, она в минус уйдет. Тарелочка весит 171 грамм. Так, на весы. Ну что, Света, давай. Тут пришла картошечка в такой же тарелочке. Получилось 102 грамма. Это мне. Съешь, что съем. Это, ну, в общем, короче, вот мне 102 грамма, друзья. А Свете что? Сейчас будем смотреть. Снимаем. А Свете... Так. Нормально, 59. 60. Да. Ну, хорошо. Так, теперь я хочу это немножко порезать, посолить, всякие специи положить. Ножиком режем. Это, друзья, процесс, известный каждой хозяйке. Ничем, собственно, она не отличается. Не отличается. По консистенции от обычного... Картошечка. Так, мы гималайской солью красной, она как бы меньше натрия хлора содержит, и там чудовищное количество всяких минералов. Других солей. Да. Из античных морей. Это перчик, Света. Тут чего только нету. Такое все. Это который 21 специя? Нет, это не 21 специя. Так. Вот это посыпь, сейчас нальем еще. Давай я этикетку покажи, что ты внесла. Так. Ну вот... Такое. Тут у тебя бутыляка с оливковым маслом. Да, Света? Да, но мы много наливать не будем. Нет. А что, ты прямо ложечкой будешь? Да, тут чайная ложечка. 6 грамм, неполную ложечку нальем. Давай. Оп, неполную. Так даже 6 не будет. Так, хорошо. Лишнее масло сольется вниз и все. Правильно? Оно как бы куда не надо не попадет. И вот это все. А это чего оливковое, вот, например, а не еще какое-то? Ну, оливковое – это моносатюрейтед, жир хороший. Да. Стало повеселее. Обваляли немножко в маслице, обваляли. Так. Ну, действительно, я бы не сказал, что можно как-то отличить от картофеля. Что-то у тебя как-то картошки много, масла мало. Может, тебе еще масло положить? Ты знаешь, оно у тебя пролилось просто на донышко. Ну, оно впитается, если я... Я бы не злоупотреблял. А вот и рыбка. А, друзья, рыбка, вы ее рыбка. Только видите, а я еще рыбка, запах чувствую. Где твоя улыбка? Форель. Ты ее коптила? Да. Света коптила эту форель. Я прямо как чувствую, она как родная, потому что жена коптила. В весах новая тарелочка, потому что рыбка у нас будет в других тарелочках. Сейчас мы ее туда хлюп. Сколько получилось? Маловато. Сколько? 67. А нужно там где-нибудь к 100 граммам, да? Угу. Поэтому мы, друзья, дорезаем. Я боюсь, что ты больше, чем надо, берешь. Ну, я думаю, что мы вот это все съедим, этот кусочек. Так, ну давай, раз. Раз. 120. 120, я тебе так и сказал. Так, раз. Друзья, я уже на глаз могу так примерно прийти. А это 103. Сейчас я съем вот этот, а ты съешь вот этот. Хорошо, 120. У нас на самом деле...
Там в моем рационе написано от 80 до 120. Вот она, красавица. Вот она как раз, Света, ты мои слова говоришь. Так, давай, доставай. Красавица, это из китайской капусты, такой продолговатый такой, знаете, вот как мячик для бейсбола, такая она вытянутая. Вкус специфический. То есть, вообще говоря, Света и раньше заквашивал, квасил неплохо. Нет. И вот, друзья, вы видите, это мой, ну, даже не знаю, как обед. Все, на этом мы с вами расстаемся.